Всем привет! Хочу вам показать кое-что. Неделю назад я уехала к маме в Смоленск, полила все свои орхидейки. Так как не знала, когда вернусь, их поливать просто некому. И никогда такой неприятности не было. Я впервые вижу на своих орхидейках. Это именно на тех, кто сидит в Сирамисе. Самый лучший грунт. Самый дорогой для лучших орхидей. Я сейчас вам покажу, что именно в Сирамисе бывает. Так вот, когда я уехала, было очень тепло. 35 градусов, даже больше. И как только мы с сыном заехали в Смоленск, начался дождь. Я уже много лет привожу дожди в Смоленск, к сожалению. Так вот, и в Москве тоже, естественно, похолодало. И вот я сегодня приехала и смотрю, я была в шоке. Это неприятно, это до рвоты. Ну, я просто не люблю вот этих насекомых, как бы. Для меня черви это, ну, неприятно. Хоть мне их жалко, но неприятно. Я сейчас вам постараюсь показать. Я снимаю с телефона. Их было много. Но я до съемки посыпала вот этим препаратом. Это мне Ирочка из Греции прислала. Сказала, что от всех вредителей в грунте. Вот они, смотрите. Вот, видите? Ползет. Видите, второй. Третий. Прозрачный. Там четвертый. Ну, короче, кошмар. Прячутся, видите? Уползают. Это именно в Сирамисе. Ну, что я могу сказать? Ну, да, растут. Хорошо растут. Но они и в коре хорошо растут. Знаете, что это? Это грибной комарик. Вот это червячок, это личинка. Ну, как у бабочки. Потом вот этот червячок, он станет мошкой. Чаще всего, вот я просто поразилась, почему вот это произошло. У меня здесь насыпан препарат от вредителей, как улитки, от слизней, потом мухоед. Ни хрена ничего не помогает. Видите, завелись. Грибные комарики. Они не сильно вредят растениям, когда уже нечего там есть именно из какого-то перегноя. Тогда они начинают кушать молодые корешки, а так нет. Не страшны, но неприятно вообще. Видите, вот ползет. Это именно в Сирамисе. Получается, что в нем какие-то органические вещества. Они не будут просто плодиться, где нечего покушать. Химия, видите, не берет их. Я много почитала препаратов именно домашних, которые можно сделать. Там чеснок или шелуха лука. Я, конечно, это использовать не буду. Почему? Потому что, может быть, это и убивает, но не с первого раза. И начнет вредить орхидеям. Мне не очень хочется это. Ну, короче, они как бы, как их узнать? Их прям видно, как они ползают. Я надеюсь, вот Ирочкин препарат мне поможет. Если не поможет, придется под 50-градусной водой все это мыть. И подур очень много. Ну, от воды, естественно, я полила и уехала.
Окна были открыты, потом закрыли. И вот они появились. Говорят, они откуда-то прилетают, но они, вот именно грибной комарик, он кушает отходы. Но отходов здесь нет. Здесь серамис, который очень дорого стоит. Значит, что-то в нем есть. Не просто так они появляются. У меня за 3 года, 3,5 года таких ужастиков не было. Но они быстро ползают, эти червячки. Но это гусеница. Я надеюсь, вы увидели, потому что спрятались. И именно вот в этом грунте. Вон он. Наверное, не видно будет. Сильно маленький. Вот он. Видите? Кошмар. Ухо-хо. Каждый день новая гадость. Не знаю, честно. Может быть, у вас такого нет? У меня постоянно что-нибудь да не то. То вода, то препараты, то удобрения какие-нибудь не те. То с глаз. Короче, я уже не знаю, честно. Долгое видео, много разговоров, прошу прощения, но... Вот он, смотрите. Вот он, вот он, вот он, вот он. Видите? Ой, какая гадость. Вот это и есть личинка грибного комарика. Ну, я надеюсь, Ирочкин препарат поможет. Если не поможет, буду, конечно, купать. Опять у меня 10 часов уйдет на купание. Но ничего не поделать. Придется всех мыть. Особенно вот эти, которые в серамисе сидят. Почему, я не знаю. Почему завелись в серамисе. Может быть, они останавливают рост растений. Я уже не знаю, от чего все. Поэтому... Будьте осторожны, просматривайте свои горшочки. Орхидейки нам спокойно жить не дадут, это точно. Всем пока, до скорых встреч!